Станислав Васильевич, вопрос от газеты «Суть». Жители трех хуторов Караси, Горина и Тупилкина сидят без света. Сидят в кромешной темноте, улицы не освещаются ни одной лампочки. Вы можете объяснить причину? Летом мы этот вопрос задавали, вы обещали, что займетесь. Я неоднократно вам, что я объяснял, 31 декабря мероприятие будет выполнено. Никогда в этих населенных пунктах освещения законного, повторяю, не было. Там не было выполнено ни разу технологическое присоединение, не было оформлено точки, все было на уровне братства. Я уже это объяснял, давайте еще раз. Мы сейчас проводим планомерные работы по юридическому закону оформления присоединения освещения. Поэтому этот процесс достаточно длительный, до 31 декабря. Я думаю, что и в Горино, и к России и так далее мы зайдем и сделаем. А кто выполняет подрядные работы? Кто занимается? Мы не нанимаем. У нас бюджетно на 18 год эти работы не заложены, только на технологических основах финансовых средств. Определенные, а все работы выполняют социально ответственный бизнес Балаковского района. Давайте вопрос так.